Цены на бензин удивляют. Небольшое включение. Сейчас вы, наверное, уже видели небольшие кадры с того, как мы уже гнали машину. Именно эта машина будет в обзоре. И вот смотрите, какой брелок. Я так с него угорал. Брелок. Иди. Сейчас стоим, кушаем. Надеюсь. Кто ездит Тюмень-Омск, тот, скорее всего, заезжал в эту кафешку и кушал. Было очень вкусно. Небольшой так пиарчик. А пока стоим. Земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе видна. Как сын грустит о матери, как сын грустит о матери, грустим о земле она одна. Так, народ, сейчас вы увидите кадры про следующий обзор. Не тот, который будет сейчас, а про следующий. И да, он будет, если вы наберете 100 лайков. Владелец этой машины хочет. Вообще, он ничего не хочет, но давайте подбодрим его, чтобы он увидел на моем канале 100 лайков, и тогда будет этот автомобиль. Давайте, побыстрее ставьте. Дубай, девчонки, не знаю, это знаю. Ловим кайфы, кайфуем, кайфы, кайфы, кайфули, кайфы, кайфы, кайфули. Здорово всем, друзья, с вами Серый. И да, давненько не выходили видео на моем канале, потому что этот коронавирус, и ничего не получалось, потому что не было времени. Сейчас у нас идет стройка дома, и ничего не выходит. Сегодня, скорее всего, будет не такое уж прям масштабное видео. Я немножко расскажу про технические характеристики машины. И да, сегодня у нас на обзоре Nissan Cube. Забыл я вам сказать. Давайте перейдем к видео. Давайте я засниму для вас немножко в лайве, потому что как-то не очень удобно все это настраивать. И да, еще раз повторюсь, это Nissan Cube 2001 года выпуска. Да, она не такая уж и по формам хорошая. Ну блин, вы же любите гелики? Стопудово любите. Вот вам мини-гелик. Дешевый. Да и запчасти, вот сам удивляюсь, запчасти здесь очень дешевые. Двигатель, если все твоему двигателю хана, заменить где-то, ну, 20-30-100%. Скорее всего, я не буду вот прямо вот сюда залазить, потому что здесь как-то не очень удобно будет вам показывать двигатель. Но двигатель здесь 1.3, и больше здесь нечего рассказывать. Его заменить легко, сломался двигатель, поменял. И катайся дальше. Ваш мини-гелик будет служить вам всегда. Сейчас перейдем к салону. Покажу вам, какой он большой на самом деле. Вот со стороны кажется, то, что машина типа не особо сильная и большая. Но внутри она довольно вместительная. Не помню, показывал ли я вам ключи в прошлых нарезочках, которые вы 100% уже видели, потому что я их уже смонтировал, они уже должны быть на компе. Вот такие вот ключи. Nissan Cube. Просто. Вот у Мерседеса есть, у BMW есть. Так, Cube в стороне не стоит, тоже сделал свой брелок, почему бы и нет. Отдельное внимание хочу уделить магнитоле. Магнитола тут вроде бы, как я знаю, она штатная. И она сенсорная. Сенсорная магнитола. Здесь все работает. Только минус один. То, что очень сильно хрипит. Не знаю, из-за магнитолы это
либо из-за колонок, потому что я не проверял. Но, скорее всего, из-за колонок, потому что они здесь штатные и плохие. Но если вы помните прошлый обзор, не Nissan March, а Mitsubishi Lancer. Вот там штатные колонки, они такие хорошие, просто музыка играла офигенно. Да, я хочу извиниться, потому что обзор, скорее всего, получится слишком короткий. Но скоро будет тест-драйв, я постараюсь для вас его снять, потому что сейчас карантин, и никуда не выйдешь, ничего не снимешь. Сейчас оператор болеет коронавирусом. Что я несу, боже мой. Он дома сидит, просто дома сидит, потому что нельзя выходить. Это понятно, я вышел во двор, во дворе можно, наверное. Спасибо всем за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем удачи и пока. Нет, я пошутил. Надо вам еще что-то рассказать, но я не знаю, что рассказывать, потому что надо устраивать тест-драйв. Тест-драйв должен быть четкий. И, как вы поняли, все, это конец. Потому что больше нечего рассказывать. Надо выходить на природу, на то место, где я постоянно снимаю, и будет больше места и удобнее. Там мне никак не выйти, потому что там мешает дом. И времени мало. Машина тут уже скоро уедет. И приедет только где-то часов 8, а уже будет темно, и для вас ничего не снимешь. Извиняйте. Скоро сниму для вас качественный контент. Пока.